нашем славном Средиземье, не по щучьему веленью, средь лесов, полей и рек, жил в народе человек. Звать Федот, с ним Василиса. Настоящая актриса, и умна, и хороша, и компании душа. Жили-были, не тужили, с участковыми дружили. Василиса и Федот заперлись на учет. Будет кризис или нет, надо выверить бюджет. О, считать чего-то лень. Вот расчет на каждый день. Федя, милый, не до шуток. А давай мы с парашютом сверху прыгнем прямо вниз. Или сходим на стриптиз. Ой, Федотик, вот ты жжешь. А чего еще могешь? Дерево обнять могу, сделать из Собчак рагу, повести людей в поход до монгольских доворот. От ворот за поворот ледниковый период. Чтобы жить и не тужить, деньги надо в банк вложить. Вот смотри, Тарасова не держит под матрасом их. Ты, Федот, включи мозги, там, где главный их изгиб. Что последует с расчета? Деньгам надо б наработать. Чтобы сумме не сгореть, их не надо попой греть. И процент по вкладам знатный, так что будем мы богаты. Ты жена, тебе видней. Всех румяней и белей.